Так, всем привет. Давайте начинать. У нас сегодня тема достаточно объемная. Подробим ее на три подтемы. Это transfer learning, это adversarial атаки и вообще визуализация того, что происходит в наших черных ящиках под названием нейронная сеть. В общем, план у нас сегодня какой? Во-первых, мы посмотрим, как делать transfer learning на примере какой-нибудь ResNet-модели. Обсудим, какие вообще концепции подразумевает под собой этот трансфер-лернинг. Дальше на такую прикольную вещь, как атаку посмотрим, обсудим, как вообще, какая идея за этими атаками есть и где вы наверняка про них уже слышали, мне откуда. И потом чуть порисуем, посмотрим, на какие паттерны свертки максимально откликаются при работе. В общем, много чего интересного. Работать с вами сегодня будем датасетом PetImages. Все достаточно просто. Картиночки домашних животных. Все работает, хочу проходить. Сейчас все подключается. Стоп. Да, ну в общем. Собаки, там еще кошки есть, можете поверить на слово. Да, вот они. И все, конечно, да, вот хорошо. Но порой бывает так, что ваша выборка очень большая, очень тяжелая. Или наоборот, у вас нету сетей, чтобы обучить большие нейронные сети. Если вы откроете, допустим, архитектуру угловской, там GoogleNet какой-нибудь большой, и посмотрите на вообще современные архитектуры модели реклассификации даже, я даже сейчас не говорю про сегментацию, детекцию и все прочее, то вы для себя обнаружите, что эти модели очень большие. Ну, это большие. По количеству параметров там бывают там миллионы параметров. Порой сотни миллионов могут быть. Если говорим про объем памяти, модель может занимать несколько гигабайт оперативной памяти. Это если мы говорим про тексты, допустим, модели. Какие-нибудь там нашумевшие GPT-шки, они весят очень много. Ну и третье, в чем проблема может быть, вы можете просто не смочь положить даже какую-то часть вашей модели на GPU. То есть при обучении мы обычно как делаем? Model to GPU, и нас все это устраивает. Почему? Потому что вся модель кладется на видеокарточку. А тензор, который мы вычисляем с этой моделью, он тоже кладется на карточку. Он там быстро умножается на нужные матрицы, возвращается нам какой-то градиент. Мы тоже его быстро считаем, потому что все это помещается на карточке. Большие модели обучаются на целом каскаде GPU. Потому что просто не получается поместить все веса на одну карточку. Что там происходит обычно под капотом? Некоторые слои нейронной сети лежат на одной видеокарточке, некоторые на другой, и вы берете свой батч и постоянно перекидываете между видеокарточками. Тут возникает вопрос, на чем больше теряется скорости? На вычислении самих, собственно, младших умножений на видеокарте или на перекладывание объектов с одной видеокарты на новую видеокарту. Это тоже вопрос такой, на самом деле, не самый простой. Порой, если вы сильно хотите распределить ваши слои нейронной сети между разными ГПУшками, вы можете сделать себе выстрел в ногу. Вы будете только дольше обучать вашу сеть, потому что этот перекладывание он очень не быстрый. Ну и мы приходим к чему? Что нам обучить модель с нуля очень сложно. Как бы мы этого не хотели. И поэтому мы придумали следующую концепцию, которая очень сильно, ну, прям, она очень сильно, она себя зарекомендовала уже во многих задачах, особенно в классификации, особенно в текстах. Но, опять же, тексты просто, если не больше работают, тут как бы больше могу сказать по картинке. Мне кажется, это тоже очень сильно используется, какие-нибудь большие картиночные модели, для них как бы baseline доучиваются на другие разные задачи. Что происходит? Давайте с вами возьмем запретененный ResNet. Ну, он большой. Мы сейчас с вами его не обучили, да? И давайте мы в нашей модели заменим наш последний слой на какую-то свою линейную голову. Голову. Классифайер возьмем, линию положим
И на оптимайзер, который будет часть поля нашего класса, мы положим только без всякого классифайера и ничего больше. Есть разные концепции, можно положить всю видеокарточку, всю модельку, оптимизатор, поставив в модели required град равно false, например. Тут можно так сделать. Так. Допустим. И допустим transfer learning. Запускаем его в ячейку. Так, у меня сейчас CPU, потому что если он будет точно долго это делать. Ну вот да, смотрите, у нас вот есть ResNet, который имеет 11,2 миллиона параметров, а есть голова, которая имеет только 1 000 параметров. И что мы делаем? Мы начинаем с поиска, если его не обучим. Да. Давайте перейдем на GPU. Нужно заново проделать все приседания. Запускаем. Начинается. Ладно, давайте буду туда вдаваться подробности, почему здесь опять не работает эта штука. Давайте тогда вот что мы сделаем. Я открою первую. Была хорошая картиночка. Я покажу, какие результаты на нужных версиях должны были отработать. Solution. Концепция следующая. ResNet задерживает в себе тело модели и классификационную голову. Мы эту классификационную голову убираем из модели и вешаем свою. Как это работает? Наши свертки уже выучили какие-то паттерны, они уже выучили какие-то закономерности данных. Нам не нужно заново их все учить. Мы можем уже их взять из заранее обученной модели. Вот после обучения. Ладно, тут сравнение тоже этого не видно, ну и бог с ним. Обученное сверточное тело нашей модели, оно уже содержит в себе необходимые данные, необходимые параметры для того, чтобы голова модели новая получила на вход эти параметры, эту информацию о картинке, уже могла принять какое-то решение о том, что это за объект. Возникает вопрос. Вот у нас наша модель сейчас обучается именно на Pet Images, а модель ResNet была обучена там на Google ImageNet, например, там же гораздо больше картинок, гораздо больше объектов. Да, это правда. Но мы считаем, что генерализующие способности модели, то есть в целом ее способность понимать объективную реальность, да, так скажем, она уже достаточна, чтобы дать что-то полезное от полученной на вход картинки с кошками и собаками. Здесь подход все так же хорошо показывает. Допустим, в текстах.
В Тесане есть такие большие языковые модели, которые смотрят на огромные корпуса текстов и выучивают эмбеддинги текстовые. Чтобы учить свой текстовый классификатор, нужно очень постараться. Прям вот очень. И часто за основу берут вот эти предобученные большие модели, огромные, как Берты, может, вы слышали про них, или какие-нибудь там, не знаю, GPT-шки тоже можно, да, вот туда обучивать. После чего на них дообучают вот классификационную голову. Это работает. В качестве бейзлайна уже 100% это может подойти. В качестве там, финального решения на самом деле тоже может подойти. Где еще это может поменяться? Вот в компьютерном зрении, например. Мы знаем, посмотрели, например, там предобученная моделька, да? Взяли от нее тело, обучили, получили какой-то ответ. Тоже запросто. То есть в любой доменной области практически это может сработать. Мы сейчас не говорим про более сложные какие-то там рекомендательные системы, там такие чуть другие подходы. Обработка звука тоже, пожалуйста. Можно фантюнить более тяжелую модель, вашей модели. Теперь немножко про интересное. Наверняка вы слышали такой прикол, что в общем, во время ковида, когда там камеры смотрели за людьми, там нужно было, чтобы маски были и все прочее, ну или как-то так все, в общем, это работало, был свитер, была кофточка, которая отражала от себя свет, и камера путала, кто вы такой, или там на маске были тоже такие там линии, которые там путали камеры. Ну, как это работает, смотрите. У нас есть картинка. Мы берем, запускаем ее в нашу модель классификационную. Она модель говорит, это панда, вероятность того, что это панда 57.7%. Теперь мы берем какую-то вот такую матрицу, размером совпадающей с нашей пандой, умножаем ее на какой-то маленький коэффициент и добавляем в наши картинки. Как мы эту матрицу получили? Нам это не важно. И получается, что наша модель ей сообщает, это на поверхности картинки, это гиббон. Я в этом очень уверен. Как это получается? Ну, на самом деле суть в следующем. Давайте возьмем функцию FGSM attack. Тут написано, что у нас, как сказать, атакующая картинка, вот так ладно, это оригинальная плюс какой-то эпсилон, умноженный на нашу некоторый датаград. А почему как? Почему градиент? Извините. Потому что, смотрите, эта картинка получена не случайно. Мы находим такой набор весов для картинки, на котором градиент, отлик градиента, так скажем, да, максимально, ну, давайте так, вывод градиента, где бы свертки все, прошедшие по всей этой картинке, максимально орали о том, что это класс, допустим, там гиббон. Это может быть с помощью градиента. Как? Смотрите, мы хотим найти такую, эту картинку, просто панду. И мы говорим модели, типа, что это такое? Это панда. Там, я уверен, в этом 57.7%. Мы говорим, хорошо, добавляем какой-то шум. И мы должны хотеть, чтобы при обратном устранении ошибки было максимальное изменение в наших весах. Потому что как будто модель вообще полностью не обучена. Но это можно замечать, что вы начали обучать, да? У вас сначала быстро падает же график на лос функции, да? Почему? Потому что мы даже маленькие шагами, там модель сильно очень ошибается, да? Она очень сильно ошибается. И поэтому мы как бы можем себе позволить, как бы сказать модели, что это такие веса, на которых у тебя будет максимальный градиент по значению. Вот так мы подобрали и напали на эту картинку. Давайте теперь посмотрим, как это работает.
Вот. Смотрите. Что мы делаем? Нашли кошку. Разрешаем вычисление градиента по картинке. Хорошо. Взяли prediction. Взяли предсказанный лейбл. Взяли уверенность нашей модели. Теперь говорим. Если наш предлог равен единице, то мы говорим, что это собака, нет, то кошка. Хорошо. Теперь что мы делаем? Берем лосс от предсказания и какого-то нулевого вектора. Читаем градиент. Хорошо. Берем эпсилон. Теперь берем точно кошачью картинку. Предсказываем ее. После чего мы сейчас так. Добавляем вот этот вот градиент от нашей картинки, от cat image, в нашу модель. То есть. Давайте его картинку. Иду собака, будет не очень понятно. Хочется, что это тоже долго. Она же плохо обычно говорит, потому что. Ну ладно. Давайте так. Хоп. Ну вот, да, долго. Что у нас получается? Мы взяли этот лост картинки, то есть мы взяли градиенты по пикселям нашей картинки такими, чтобы они вот шагом дали нам лучший, ну, опять же, лучший для задачки обмана модели и худшую уверенность в обратном классе для модели. Как это можно себе представить? Смотрите, у вас здесь вот матрица весов модели и матрица картинки. Вот обычно мы умножаем их, считаем градиент по матрице весов нашей модели. А тут считаем наоборот, чтобы картинку как-то модифицировать. Ну и получаем, что у нас теперь это не кошка, а собака, это какой-то большой вероятностью. Возникает вопрос, а как понять, что вот типа, ну мы хотим там быть хаски, но как-то взломать какую-то нейросеть, да, вот те самые маски, которые там на карте, ой, на камерах не давали какую-то секционную задачку решить, или у нас, например, такой фильтр, который мешает камере. И возникает вопрос, как мы хотим это сделать. Во-первых, мы не хотим это делать, а во-вторых, нам нужно понять, как... Извините. Чтобы понять, какие именно градиенты нужны, мы можем исходить из гипотезы о том, что модель при обучении, скорее всего, не видела каких-то примеров, либо видела в другом контексте. Вообще есть целая большая область про adversarial attack, как они работают, как нужно к ним быть готовым. Есть подходы, как модели делают более устойчивыми к таким видам атак. Каким образом? Можем представить себе некоторое пространство эмбеддингов наша кошка собак. Вот такое многомерное пространство. Модель же что делает? Она их как-то пытается разделить. И вот, анализируя эту поверхность, мы можем сказать, что в этой области может прийти там собака, а мы скажем, что это кошка. Как-то анализировать там расстояние между векторами и так далее. То есть подход к защите моделей, он как бы существует, и там вот постоянная борьба. К сожалению, я в этой теме не работаю, и не знаю точно, применяются ли методы обучения модели для защиты от атак на каких-то там больших продакшн моделях, типа, вот, которые в Recognition, например, метро, или что-нибудь такое. Ну, там, или, допустим, камеры, на которые дают штраф ПДД. Вот. Может, такой сложный вопрос, не знаю, что в них работает. Вопрос в том, есть ли там что-то против атак. Я думаю, что наверняка что-то там есть. А теперь что-нибудь красивенькое с вами посмотрим. Sharp values. Что такое sharp values? Это... Ну, в общем, смотрите, когда вы обучаете какую-то модель, вы хотите показать ее бизнесу. А бизнес, он же не понимает, что типа, есть какой-то черный ящик, там какая-то функция потерь, какой-то градиент, куда-то он там шагает.
и хочешь какую-то картиночку посмотреть. А еще порой бизнес хочет узнать, какие фичи, если, допустим, бизнесу важна адаптировать ваши модели. Например, там какой-нибудь кредитный скоринг или там, не знаю, задача помочь матчинга того же самого. Ну, то есть в последней парке, я имею в виду. То модель, нужно понять, что вообще за фичи влияют на предсказание модели. Например, в банке при выдаче кредита модель обязана быть интерпретируема, чтобы в случае отказа по этому кредиту клиент сказал, почему мне отказали, чтобы имели право ответить ему, что вот так и так, по каким-то параметрам вы не подходите. Workshop Values, они показывают, как влияет каждая фича при ее уменьшении либо увеличении на предсказание вашей модели. Есть прекрасная документация. Библиотечки. Она порой долго считается. Эта табличка еще Саша по имени, но она очень такая хорошая репрезентация того, что вы тут все-таки наобучали по итогу. Вот тут такая небольшая математика есть. Вот как все это работает. Наверное, я все сказал, что хотел. Ну, большое описание, давайте посмотрим. Sharp Value, тут, хорошо, давайте прям полностью пройдемся. Да, представим предсказание командной игры, какой вклад, каждая фича, это я вам сказал. Вклад каждой фичи называется Sharp Value, с понятием из Cooperative Game серии. Ну, очень многие что-то про эти игры, там вот входит какой-то вклад, хорошо. Снимаем однушку, махи, хотим сказать, мебель, которая расскажет, модель, которая расскажет стоимость выбранного вам варианта данной квартиры. И показала цену 50 тысяч. Вот, мы взяли сколько квартиры, начинаем как-то отменять туда-сюда. И смотрите, как изменение одной фичи влияет на общий предикт. То есть, что получается? Шаббель – это средний от возможных marginal contributions, вкладов в эту модель. Создаем все возможные наборы, исключая интересующие, и получаем какие-то значения этой marginal contribution функции. Мешаем математике. Вот, но в чем прелесть? Давайте вот вернемся вот сюда. Можем получить какую-нибудь. Вот давайте. 3BS модуль хочу. Есть картиночка. Вот, например, да. Берем. Ладно. Все одна фича, поэтому тут очень большого красивого не получится. Обычно такие фичи там 150, они вот так все по вертикали идут. Ну ладно, сюда вернемся. Мы что хотим? Нам интереснее, что Sharp Values может также быть применена на пикселях картинки. Меняя там часть какую-то там зону пикселей, несмотря на отклики нашей модели, можем понять, вообще, что нам важно для нашей модели, как она определяет паттерн. И вот смотрите, для каждого класса, который мы можем для нашей модели определить, допустим, для пеликана больше всего дал отклик. Видно, вот клюв, голова, например, да, и больше, чем у какого-нибудь спунгил. То есть тут нет таких прям точных классов. Вот внизу, по-моему, кто у нас сурикат, кто какой-нибудь меркэт, наверное. Видно, что модель для разных классов показывает, что отклик вот этой головы, которая очень отличима нам, даже по займу, он наибольший, чем какой-то вот даже фон там внизу, не особо важно, как модель обучилась. Опять же, только первый слой. Второй слой уже более тяжелый. Модель уже немного сжалась. Смотрим, на что модель больше внимания свое акцентирует. Вот тоже на голове, на каких-то глазах, тут голова, клюв. Мы замечаем, что первая модель, она больше внимания своего акцентирует на каких-то контурах, краях, да? Вторая лишь более сложные паттерны. Третья модель, она же стала еще больше задвигать у нее. Она смотрит на еще большую часть нашей картинки. Видим, что лицо имеет максимальную отклик. Модель видит весь квадратик. Весь. Ну и там можно положить так далее, если будет дальше стоять в нейронной сети. Вы будете дальше картинку вот, как бы уменьшать в кавычках. И, в общем, для чего это? Это как раз про черный ящик. Если вам нужно
посмотреть, как работает ваша модель. Это кому-то объяснить. И вот делать какую-то красивую презентажку, или там какой-то дашборд, который показывает, как все это работает. Sharpwave — это лучший вариант. Где еще это может сработать? Давайте много фантазируем. Допустим, мы решаем задачу сегментации. Вам нужно определять, там, не знаю, где там в видеокамере находится машина, не заезжает ли там она где-нибудь на газон или что-нибудь такое. И вы находите какие-нибудь false positive или false negative объекты после там какой-нибудь разметки. И смотрите, а модель-то вообще обучилась на этом объекте? Вот какие у нее шапы по этой картинке? Может, таких данных не было в выборке обучающей, нужно ее как-то расширить? Или это какая-то бага, или какая-то adversarial атака, кстати говоря. Такое тоже может быть. Потому что в случае adversarial атаки эти картиночки, они будут совсем другие. Потому что для модели маленький шум создаст уже совсем другую картину мира. Понимаете? Поэтому вот эти шапы, они также позволяют нам готовиться к некоторой даже атаке, возможно. В общем, как-то так. Ты вообще визуализация того, что вы сделали, это очень полезно. Всегда, ну, все-таки у нас какая обычная работа? Приходит какой-то бизнес, у него какая-то задача. И он не готов просто вам на веру взять и решение впихнуть в свой продакшн. Это очень опасно, могут какие-то риски быть и так далее. И чтобы доказать, чтобы продать ваше решение, вам придется показывать, на что ваша модель обращает внимание. Максимально как бы ее очеловечить, эту модель. Вот человечивание какое-то, оно позволяет как бы лучше продать вашу модель. Ну ладно, наверное, все, что хотел, я сказал по этой теме. Красивые картиночки. Жаль, опять Lightning не завелся. Хотя мог бы. А с вами тут, кажется, тоже были какие-то проблемы. Хотя, мне кажется, сейчас, может, что-нибудь я придумаю. Ведется. Хочется раз пообучать сегодня что-то. Кажется, процесс пошел, но все-таки ждать его все равно долго. Ладно, все равно подходит. Нужно validation step, наверное. Ну ладно, бог с ним. Может, и беру, сработает. Я, конечно, сейчас очень нечестный экран, всему не делим на количество моментов, ну ладно, пусть так будет. Давайте уж так оставим. Да. Ладно, ожидание будет какое-то время занимать, не будем никого сильно удерживать. Если у вас будет желание, вы можете вот чуть измененный код будет самостоятельно и посмотреть, как он будет обучаться. Все будет работать. Вот, на этом семинар подходит к концу. Немножко таких постфорганизационных каких-то вопросов по нашему заданию по содержанию. Пожалуйста, адресуйте их ассистентам учебным, вот, потому что хоть очень много вопросов, на все ответить не получается чисто физически. Вот, если вы пишете какие-то вопросы, пожалуйста, делайте это максимально точно, то есть вопрос типа, как быть, у меня не получается, это очень тяжело, нам помочь вам. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, по типу, у меня вот происходит такая-то операция, она возвращает нам, почему такое может быть, вот, мы можем вам ответить. На вопрос типа, как сделать, к сожалению, мы это ответить не можем, потому что эти домашние задания для вас приписаны не больше как, ну,
Больше не как у тебя там оценку, да, какую-то, а больше как научиться именно использовать PyTorch. Вот, поэтому не бойтесь гуглить, не бойтесь смотреть наши предыдущие семинары. Прямо открывайте ноутбуки, которые мы с вами пишем, там используем на семинарах, и прямо из них брать какие-то части кода, разбраняется. Просто комментируйте, что там взял, оттуда, оттуда, например. Вот. Наверное, все. Вот, пишите ассистентам. Всем спасибо. До свидания.